Красноярске появился памятник хореографу Михаилу Гаденко. Скульптуру открыли сегодня в преддверии столетия со дня рождения основателя ансамбля «Танцы Сибири». Памятник установили в бывшем сквере Цоя напротив Красноярского ГОРДК. Напомним, увековечить память Михаила Гаденко на общественных обсуждениях предложили горожане. 3 года назад объявили конкурс на разработку эскиза памятника. В итоге жюри поддержало вариант творческого коллектива из Санкт-Петербурга под руководством скульптора Артема Мельникова. На церемонию открытия пришли горожане, автор памятника, глава Красноярска Сергей Еремин и временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус. После церемонии перед красноярцами бесплатно выступил ансамбль «Танцы Сибири» имени Гаденко.